Расходная часть. Предлагаем произвести увеличение безвозмездных поступлений из краевого бюджета в размере 54 миллионов и безвозмездные поступления за счет пожертвований в размере 50 тысяч в соответствии с доходной частью. Также произвести увеличение расходов за счет собственных доходов в размере 11 164 тысячи рублей. Из них по администрации на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного дома по улице Арбузова, 86, оплата труда с начислениями декабря, техническое обслуживание и ремонт офисной техники, оплата исполнительных листов. По МКУ ГХ исполнительные листы, мероприятия по ремонту и содержанию уличного освещения, содержание площадей, газонов, скверов, содержание площадок сбора ТКО, благоустройство территории, прилегающей к центральному входу здания центральной библиотеки. По казенным учреждениям службы муниципальных контрактов и МЦБ начисления на оплату труда декабрьские дополнительно добавить, по отделу культуры софинансирование благоустройства сквера имени Ладыниной, по учреждениям подведомственного управления образования дополнительно на оплату труда с начислениями декабря текущего года 6,5 миллионов рублей. Всего расходная часть бюджета увеличивается на 65,3 миллиона и составит 1 652 579 тысяч рублей. Объем дефицита бюджета сохранится на прежнем уровне и составит 14 293 тысячи рублей.